Шпаргалка. В каком году люди впервые побывали на Луне? Вот я чувствую, что сегодня я туда отправлюсь, на Луну, от греха. Я туда. Я еще не родилась. Гагарин в 61-м, а на Луне не помню. 1970-й был? Ну, около 70-й. Может быть, 69-й где-нибудь. 69-й. Столица Нидерландов. Столица Нидерландов. Нидерланд. Осло, по-моему. Блин! Амстердам. Почему Амстердам-то? Нидерландов, потому что. Амстердам. Нет. Нотр... Нет, как он? Таня, это... Амстердам. Амстердам? Я, кстати, недавно там был. Кому принадлежит выражение «время – деньги»? Банкирам. Остап Бендер, ну? Ну, на каком-нибудь Рокфеллеру, может быть. Иногда мне. Ну, точно не русский человек. Да тебе, тебе. Это ты время деньги, время деньги. Народу. От Аллы Борисовны Пугачевой я первый раз увидел, услышал, когда она пела песню «Делу время, делу время». Я думаю, что, конечно же, какому-нибудь американскому президенту, возможно. Какой элемент идет шестым в периодической таблице Менделеева? О, не, химия – это давно. Гравий. Гелий. Медь. Анатолий. Спирт. По-моему, это углерод. Пусть будет так. Шпаргалка. Кто является президентом Великобритании? Президент Великобритании. О, господи. Как его? А кто сейчас? Да чего уж греха таить, Роман Аркадьевич Абрамович. А в Великобритании, да? Никогда не задавался этим вопросом. Или нет такого президента? Они же, у них же королевство. У них есть королева и есть премьер. Министр. Президента там нет, значит, соответственно, никто. Пытаетесь запутать, и так уже запутанную до основания. Сколько всего океанов на Земле? 7. 4. 4? Больше, да? Тихий. Атлантический. Индийский. Северный ледовитый. Да, 4. 4. И... Что, не угадали? Пятый забыл. 5, да? Да. 5 океанов. 5. Кто отрезал ухо Ван Гогу? Ему отрезали ухо. За что? Сам себе, наверное. Он же сам и отрезал. В порыве любви к себе, любимому. Он сам себе отрезал ухо. Он сам. Да ладно. Сам себе, да? Ты видал? Наконец-то ты что-то сказал. Одна миля – это сколько? Вот это уже простой вопрос. На него надо ответить. Сколько-то там целых и сколько-то там десятых. Это как один километр, но нет. Это меньше. Это, по-моему, больше километра. 1,4 километра. Скажите ответ правильно, если нельзя уже. Ну, если приблизительно 1,5. 1,6 где-то или 1,7. Одна миля – это 1609 метров. Он умный, он знает. Шпаргалка.